Привет, YouTube. Сегодня проводим с вами спасательную операцию. Пришел в гараж, а у меня тут под дверями вот такой парень замерз. У нас было несколько дней очень тепло, практически весна, а сегодня ночью ударил морозец, и он, видно, не долетел до своего гнезда. Ну, я его забрал в гараж, вот так посадил возле лампы. Поначалу он вообще никаких признаков жизни не подавал, а сейчас уже начал, видите, потихонечку ползать. Ну, попробуем этого парня отогреть, ну и выпустить. Как говорится, кто если не мы? Отогрелся наш товарищ, уже начинает тут у меня по гаражу бегать. Еще посадил я его пока вот так вот под крышечку, чтобы он еще немножко погрелся. Ну и выпустим его, пускай летит. Ну что, пришел в себя наш товарищ. Уже что-то огрызается. Уже очень активный. Ну, давайте сейчас его мы выпустим. Ты летишь? Наверное,